Доброго раннего утра, дорогие мои. Ну вот сегодня среда. Вот перед тем, как поехать на работу, и я отвечу на вопрос, который тоже задают и не раз задавали. Но я это вам рассказывал раньше, в ранних роликах. Вот этот вопрос... Почему я переехал в Турцию? Вы знаете, прежде чем этот вопрос задавать мне, я бы этот вопрос задал бы к тем, вот, которые вообще, оставляя в России, в Украине, в СНГ, других этих, да, в основном в России, Украина, да, вот, ну, другие, вот, например, Казахстан, Азербайджан, там, другие республики туркоязычные, это, считайте, мы один язык почти переезжает, потому что все-таки родной язык почти, вот, я туркмен, вот, туркмен означает туркмен, это значит я турок. Изначально туркмен, это значит я турок. Вот. Но я бы этот вопрос задал бы, вот, я же говорю, вот, например, нашим россиянам, украинцам, белорусам, вот, которые у себя дома, оставляя родственников близких, да, отца, мать, детей, даже некоторые, вот. Да что говорит про Турцию? Вот, женщина из Новосибирска троих детей своих оставила, вышла замуж за африканца. Там в Африке живет, Нигерия или где-то там показывали. Вот. Я бы задал вопрос тем, которые вот действительно, оставляя всю родню иногда, да, переезжают сюда. Даже переезжают те, у которых есть там прекрасные дома, родственники, хозяйство, все бросают, продают. Это. Вот им можно этот вопрос задавать. А что касается меня что там держало? У меня там никого не было. Ни отца, ни брата, ни родни, ни друзей, никого. Честно говоря, даже между нами говоря, даже хоронить было у меня некому. Вот. Тем более при нынешних сейчас вот, условиях жизни. Когда даже имея родню, хоронить трудно людей. Очень это большие деньги, везде все это. И вы знаете, мне кажется, что да, даже сюда уже переехав, я, наверное, от наших соотечественников услышу скоро слово «понаехал». Хотя там говорили то же самое. «Понаехал, ты что?» Сюда переехал, к своим, как говорится, предкам, да, вот этим. Считай, родня, все, родственный язык. Здесь хоть я могу рассчитывать на то, что меня хоть похоронят, бесплатно похоронят, окажут помощь, вот, все-таки родной язык, родные эти, а там меня этого не было. А вот переезжая сюда такие, которых вообще я не понимаю, почему они переехали-то. Был бы у меня там вот какой-нибудь родственник, я бы никуда бы не уехал, никуда, вот. Ну вот бросая все, которых, в том числе и родственников, дома, квартиры. Вот недавно переехала одна женщина, у нее свой канал с Краснодарского края, вела кулинарию, все, возрастная женщина. Вот, и дом был, и все. Вот она переехала, я ее вообще не, я никогда не ожидал, что и она переедет сюда. Но переезжать сюда вообще... далекие от этого языка, язык другой, менталитет другой. Вот им бы задал бы этот вопрос.
То же самое и замуж выходит, не зная этого менталитета. Вот им бы я бы задал. Ты что вообще, что ли, там? Ты еще ничего не знаешь, как, что? Вот. Поэтому мне задавать такие вопросы, мне кажется, это. Я, когда жил в Сочи, это было 2011 год, кажется. Вот. Когда уже человек в возрасте, начинает уже за 50, да, уже начинаешь думать о вечном. Понимаете, немного вот о вечном, надо уже думать о вечном, уже все равно конец идет к концу. Вот, хотя говорят, что 45 ягодка, опять ничего подобного, после 50 уже человеку надо думать о вечном, о спокойном, это даже о спокойном уходе, вот, жизни из этой. Там, где я жил, в районе, умер один ветеран. Ветеран. Ну, старый человек. Вот. И его, он жил один. Его тело где-то до часу дня провалялось в его квартирке, маленькой комнатке. Малосемейки там. На Гагарина было это. Вот. Это было лето. Вот. Оказывается, столько процедур надо, чтобы участковый пришел, там зафиксировал это, что все формальности должны быть соблюдены, а то нельзя выносить. Вот. И я как раз на улице был в это время, подъехал ГАЗ-52. Это такие древние машины, ГАЗ-52, сейчас даже в некоторых музеях ставят. А тут я на нем учился ездить, кстати, ГАЗ-52, полста-второй назывался. Вот. Подъезжает старый такой ГАЗ-52. Весь такой сыпающийся это. Останавливается около подъезда, где умер вот этот дед. Вот. Зашли туда подъезд, два бомжевидные такие мужики. Может бомжи, может и не бомжи, но весь такой в одежде таком, да? Вот. И через некоторое время они вышли в байковом одеяле, вот этого деда тащат с двух сторон. А там люди, дети играются, там еще детская площадка рядом маленькая такая. Вот. Мое удивление было в другом. Но я понял, что там так относятся и к живым, и этим также. Вот, протащили, открыли задний борт этой машины. Там еще дети играют, гуляются, женщины еще с ребенком. Там торчали уже две головы. Седые тоже головы торчали, лежащие. Берут этого деда, закидывают туда, как мусор почти что. Закрыли борта, уехали. Я просто обалдел. Я говорю, что это было там? Это, да, это как труповоз, когда они ездят, как-то собирают вот эти трупы. И там парень в том доме работал помощником патологоанатома. И он говорит, это, а что удивляется? Вот сейчас, говорит, провезут, закинут, говорит, в общую кучу. Вы понимаете, я у него поспрашивал, как потом это. Говорит, если родни нет же, говорит, на безродное это, говорит. Обычно, говорит, много таких. Вот. И мне стало просто интересно. И в это время вышло, вот даже недавно это показывали в одном из городов моргов, да, что делаете телами. Тела лежат в одной куче, большие эти, короче. Как хоронят вот таких вот безродных. Я говорю, блин, это же меня тоже ждет нафиг. Понимаете? Я решил уехать твердо. Да и потом и с работой, сами знаете. Вот. Ходил в эти ярмарки вакансий. Что-то мне удивительно было, то, что однажды в Сочи в телевизор объявили, что завтра будет ярмарка вакансий. Вот. Я, как и дурачок, диплом взял, все взял и поехал тоже. Приехал на место. Вот. И там действительно там люди собрались, много людей. Вот. При входе нам дали анкету, вот так каждый заполнять должен свои специальности, все, и зашли.
И сидели там за столами работодатели, в кавычках возьмем. Все сетевой бизнес. В основном молодые девушки сидят. Я уже не знал, к кому подойти. Я думаю, первым попасть подошел. Там написано было жаль, там всякие эти. Ну, молодая девушка начала мне вопрос задавать. Мое умение работать в команде. Лидерские эти. Я вообще от этого далек. Вот. Потом я говорю, мне... Я говорю, я буду работать, я просто хочу работать. Я вот инженер, вот дипломы. Она даже не смотрит на это, на дипломы, на все. Я ни на что не смотрю, ни на трудовую книжку, ни на что не смотрю. Я говорю, зарплата моя какая будет? Это все будет зависеть от вас. Я говорю, подождите, у меня какая-то начальная зарплата должна быть. Все зависит от вас. В общем, я от нее никакого слова не услышал. Пошел еще троим-четырем, такая же. Единственное одно было, сочинский хлебокомбинат предлагал работу грузчика. Зарплата 15 тысяч. Больше реальных вот этих работодателей, все вот эти сидели, вот это, с этого бизнеса, всякие там фирмочки, мирмочки, которые девочки вот такие молодые. И вот это работодатели. Вот. Но я вышел на улицу покурить, я понял, что которые заходили, процентов 90, а то и все почти, выходили недовольны, работа, говорят, нет, это же, говорят, это что такое? Что мне было удивительно, на следующий день опять по телевизору показывает, что ярмарка вакансий прошла успешно, трудоустроены, короче. Люди там-то, я думаю, кого там они могли трудоустроить-то? Понимаете? У нас вот только вот показуха, понимаете, показуха, показать, что где-то что-то это. Вот. Если была бы такая железная работа хотя бы, черт с ним, со смерти, пусть, как мой папа говорил после моей смерти, говорит, пусть канаву бросит. Ничего нет. Я уехал, понимаете. У меня другого просто выхода не было. Думаю, что тут, блин, буду бегать опять за призраком, просто за миражом. Вот. Ладно, была бы, например, многие, да, есть, которые... И туркоязычные бани женятся, короче, удачно на русских женщинах, у которых есть родственники, там они не дадут зятю пропадать, они ему и работу найдут, и найдут, и должность ему найдут, и все. Главное, чтобы он не пил, не все остальное, они для него все делают. Это есть, да, живут они, хорошо живут, у меня очень много знакомых. Очень много знакомых, которые, да, они успешно вот так женились на таких женщинах, девушках, у которых родни полно везде. И они ему не дадут никогда пропадать. Они его и по жизни вперед, это самое, везде помогут. Вот. И умрет, его даже мавзолей ему построит. Вот. Но у меня-то кто есть? У меня-то нет никого. Тем более я никогда не умел... как говорится, по расчету на ком-то, понимаете? Я не умею это делать. Вот. В этом, и, может быть, и моя беда была. Хотя были очень много таких вариантов, когда я мог, конечно, и жить как король через это, и родни было бы это. Хотя когда-то мой папа говорил мне, один раз он посадил меня рядом с собой, когда я уже был взрослый, он говорит, сынок, ты у нас, говорит, один. У тебя, говорит, кроме меня, говорит, кроме твоей матери никого нет. Вот. У тебя, говорит, есть сестры, но, говорит, кто будет твои зятья, я не знаю. Говорит. Поэтому есть такая у нас поговорка. У тебя есть, говорит, враги? Говорит, нет. А что, говорит, и зятей нет у тебя? Вот. И тогда ты сказал, говорит, сынок, тебе придется когда-то жениться, женись на такой, у которой, говорит, братья ее, говорит, будут твоими братьями. Ее родители будут твоими родителями. Вот. Вот тогда, говорит, у тебя будет жизнь хорошая. Никогда, говорит, не это, которого, говорит, никого нету. Ты и так, говорит, один. Ты вообще, говорит, пропадешь нафиг в этой жизни. А тогда для меня это было удивительно, смешно как-то немного. Оказывается, старики знали, что говорили. Вот, поэтому вот я и приехал сюда.
Вот. А я же говорю, этот вопрос не уместного задавать тем, которых, я же говорю, оставили там все, корни свои, могилы своих предков, родителей, отцов, детей. Вот все бросая и едут сюда. Вот у них надо спросить, а почему вы вот это сделали? И поддержка там есть, и все у них есть. Понимаете? Вот. Даже некоторые во взрослом возрасте. Вот у меня вот этот товарищ, 70 лет, почетный такой-то это, почетный такой-то это, понимаете, и больной здесь ходит, язык не знает, ничего не знает. Ни страховки нет, ничего нет. Что-то случится, кто его будет здесь хоронить? Ну, хорошо здесь государство хоронит бесплатно, и все. Вот таких я не понимаю. А там остались братья, сын, там остальные, все остались. Понимаете, все бросают. Ну и что, что климат? Лариса Долина песни поет. Самое лучшее это погода в доме, а не внаружи, понимаете? Я бы, например, жил бы на Чукотке, если бы там у меня была бродня. Была бродня, я бы на Чукотке нахрен не жил бы. Там бы для меня было бы тепло. Вот. Так что вот надо вопрос вот этот уместнее давать вот этим товарищам, которые приезжают сюда, оставляя на родине все. Всех. И дома даже бросают, хорошие дома продают за копейки. Квартиры продают за копейки. Вот те, как приезжают, чужой менталитет, который им чужд. Но детей тащат с собой. Некоторые даже приезжают, уже ребенок уже 7-8 классов там закончил в России. Здесь уже стараются его языку, чтобы здесь он остальные 2-3 класса закончил. Вот их я не понимаю. Вот их я не понимаю. Понимаете? Так что вопрос этот неуместен. По крайней мере, мой это. Туркмен, я туркмен. Это, считайте, моя родина. Это моя родина. Вот. Здесь меня хоть по-человечески вот похоронят. Понимаете? Они закинут какую-нибудь гору с трупом, а потом на безродном кладбище табличка с номерком. И все нафиг. Вот такие дела. Пока.